что-то фейл. Совет. Никогда не оставляйте маленькие детальки. Держать. В таком виде, а то мне их сейчас оставил. Значит, повторите мою судьбу. Итак. Всем здрасте. Немного нестандартный формат, скажем так, которого привыкли видеть у меня. Я что-то сегодня решил снять распаковку и сборку вот этой посылочки. Да, пришла она с Китая, но пришла она еще до того, как вот эта вся началась фиговина. Ты смелочь, не пищать. А, вот. Еще сразу говорю, среди видео не буду говорить временные рамки, чтобы не лазили. Будет небольшая информация, скажем так, о том, что будет связано с этим видео. Ну ладно, ладно, конкурс будет, окей. Ладно. От слов к делу. Пожалуй, мы приступим. Не буду говорить, что здесь. Посмотрите по итогу. Как запаковали-то? Честно говоря, я даже не знаю, как это должно было сейчас выглядеть. Потому что распаковываю я прям только сейчас. А, по картинке догадались, да? Эй, мелочь. Мелочь. Так, имеем мы два пакета с детальками. Раз уж вы догадались, что это будет контракшн. Вот как все сложно. Но интересно. О, голова. Так, полагаю, то, что мне нужно сейчас находиться вот в этом пакетике. Там еще пакетик. Максимум. Вспоминаю свое детство, честно говоря. Раньше, блин, сидел постоянно в этом лего, еще в чем-нибудь. Но тут сегодня тоже нужно быть. Но самый лучший лего — это металлический конструктор. Это совет. Тихо, 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 тихо. Тут цвета нарисовали, цвета не важно. Качество печати, конечно, здесь. Китайская. Ладно, так у нас какие-то длинные серые должны быть детальки. Что это? Ну, какие-то длинные серые детальки. Может, здесь? Давайте, давайте, Костя, давай. Идем, смело что играть. Вот это фейл. Совет, никогда не оставляйте маленькие детальки. Лежать. Вот потом видите, потом я их сейчас оставил. Значит, повторите мою судьбу. Сюда. Не нравится кошки с ними общаться. А, вот это фигня важно. И
Начнем с того, что я дурак, не взял мне эту деталь изначально. А вот теперь попробуйте ее разъединить. Я взял с тремя дырками. Должно быть раз, два, три, четыре. А в масштабе один к одному не верю. Останется пятью. Вот так это должно было быть. Ну, дальше. А дальше как раз вот это, ну? Ты не орите его, мелочь. Вот так что. Ха, с шариком. Опять не так. Опять попробую её снять, блин. Шарик, ну, это точно? Нет, не такая. Синенький маленький. Я даже синенький маленький не вижу. Наверное. Тр-тр-тр. Ловаты какие-то. Видно, все-таки мне придется это дело высыпать. Это галочка. Это галочка, немного понять. Как это выглядит у нас? Какая-то херодура. Похожая на вот эту херодуру. Не топ с уголком. Случайно. Все как обычно, либо выдан едут, либо я совсем дурак. Просто на этой детальке в принципе не вижу. Вот этой. Вот она из чего-то должна собираться сама. Только из чего? Потом эта хренотень
блядь, сюда. Вот это понятно, как. Вот так должен, по идее. И чё, что делать, уголок? Вот теперь, кажется, я нашел. Возможно, не только тут очень плотные. Очень хорошо стыкуются. Особыми усилиями, да. Так, и теперь тогда вот сюда. Мне кажется, здесь что-то получится. Вот это должно вот сюда. Окей. Да, пластинка узкая и широкая. Стоит. А какая куда? Не узкая, куда широкая. Ты походу широкая. Сюда. Узкая. Сюда. Так, так, куда это? Все. Угу, я вроде бы есть. Так. Вот тут можно соединить. Очень тугие, очень тугие детальки. Дальше, обычная серия. Без шарика. Без шарика. Шариком. Круто, что с шариком. Крутыши без шарика, вот он. Ну, никуда. А не сюда. Знаете, начинает формироваться уже тельце, так сказать. Едем дальше. Дальше у нас ноги. Будем я сразу собирать, не мучиться. Как раз мне одного типа, да, у меня? Так, так. Не те ноги. Вот это нужно. Так, микрофон отправить. Теперь берем малышей. Берем вот эту штуку. Да? По второй модели надо, да? Или в зеркале надо собирать, да? Okay.
такой же серый. Ну все же не такой, а такой, не так. Ну, больше похоже, больше похоже. Крепыша сюда, длинная сюда. По-моему, сколько собираюсь его играть, деталик не уменьшается нифига. Так. Окей. Это есть. Дальше какая-то длинная черная. Вот тут что? Фига тень. Аванс. Очень плотно столько кашляешь. И еще даже, да? Вот так. Едем дальше. Вверх. Это фигня. Так, вот так. Окей. Как пишут в описании, высотой должен быть 26 или 28 сантиметров. Вот, ну, оно на то похоже. Будет высокий, большой достаточно. И лапы будут двигаться у меня. Можно его ниже, выше ставить. Берем синий, берем черный, вот такой хренотень, берем черный хренотень, и сюда я наберу. Так, ага, вон этот косяк. Вот это новое я неправильно собрал. Это шпильки, с другой стороны. Соответственно, тут должны стоять вот сюда. И тогда вот эта серая фигня сюда встанет. Вот. Так получается, что она задела вот эту черную фигню. Не стала. Дальше прям какая-то сложная конструкция. Какая-то сила.
других не осталось. Вечерних. Одну сюда, одну сюда. Здесь повторяем. Так, повторили. Черный, синий. Красный. Ну да, абсолютно никакой разницы, потому что они две. Кстати, не пытаются. Далее они остальные цвет сюда. Есть. Это супер Сюда. Колено сюда. Вот теперь сюда. 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 Маленькая. Крайне остается. Пусть у него на видимо получается, в камеру не помещается уже. Смотрите, какой гигант уже. Он уже за 20 сантиметров. Если пониже сделать, то он там пониже будет, понятное дело. А если его распрямить во весь рост? Гигант. Ладно, собираем дальше. Что это у нас? Нет.
обнаружим. Вот. Сюда. А, здесь такой вот. Так, это сюда. Это сюда. Вместе с кратким. Вот это, конечно, ничего себе. Так вот не станет. Ну ладно, на карту нужно запустить. Грузина. Есть. А теперь 4 руки надо собрать. Интересно, кстати. Голова у нас с морезом. Вот это с вот, наверное, самое простое. Так, ну теперь их надо стрелять. Так, колокол внутрь. Всё, камера уже не берёт лишь его просто. Настолько он гигантский. Так, что там ещё? Верхняя эта фигня. Ну окей. Верхняя здесь. Вот это верхний колокол, значит, верхней рукой. Так. Это нижний. Тоже больше верхний. А, это теперь что-то главный рук соединить, что ли? А, смотрите. Видите, вот это. Вот эта фигня. Походу, чтобы соединить руку в одну. Оп, всё, это одна рука. А? Гениально, мать. Оп, разъединил. Так, на руках. Наруч, наруч, наруч. Это вниз. Это наруч вверх. И хоп, на руках. Хоп, две руки. Это вверх. Это вниз. Дальше плечи. Так. Берем вот сюда. Так. Представьте, что из него можно собрать, если будет голова. Когда есть только вот эти дырочки, можно только напихать всё ещё вот этой задней. Так, ладно, наверное, надо вставать, да, чтобы его собрать до конца. Сидя уже линеров не хватает. Шпоньк. Шпоньк. Дальше. Дальше собираем мячи. Вот смотрите. Так, потом идёт сюда, понятно. Очень похоже на то, что они люминесцентные. У них наполнение очень странное. Вы не поверите, но они и правда люминесцентные, судя по всему. Сейчас я в доме, и они там подсвечиваются на камеру, не видно, конечно, будет. Забавно. Забавно.
А? Как вам? И что-то у меня еще остались детальки. Не знаю для чего, потому что все, вот это последнее. Либо они положили специально для тех вот эту черную я как раз уронил в начале видео. Может специально для таких как я, дебилов, которые теряют детальки. Ну все, голова, финальный штрих. Давай сначала тогда установим сюда, а потом же будем голову накидывать. Оп. Ага. Ну все, сборка завершена. Вот такое чудо у нас получилось. Очень большое, высокое чудо, вот вам, вот высота ладоней. Вот я ему сейчас до нижних рук достаю большими пальцами. Это вот на высоте нижних рук примерно 20 сантиметров. То есть он почти под 30 сантиметров. Гигант. Гигантище. Вот кружку для сравнения рядом поставлю. Кстати, о кружке. Я думаю, вы уже обратили внимание, что она стоит от самого начала видео. И она тематическая. Так вот, то, о чем я говорил в начале видео, о конкурсе. Я буду разыгрывать именно вот эту кружку. Условия элементарные. Подписаться на группу United Players of Russia. Ссылка будет в описании под видео. Сделать репост записи с этой, именно этой группы, именно этого видео. Будет пост, обязательно будет пост. Делаем репост, подписываемся. А дальше рандом. Чем больше участников, тем больше интересней. Сегодня у нас 9 февраля. 29-го разыграем. Еще раз, более подробно, если что-то я упустил сейчас в видео, я напишу в описании. Ну, а так все элементарно. Репост, подписка на группу, и все. И, возможно, эта кружка станет вашей. А, ну и, само собой, не забываем подписываться на мой канал. Быкай. Ставьте лайки, обязательно. Чем больше лайков, тем больше людей узнает об вот этой кружке, об вот этой замечательной, огромнейшей игрушке. Обо мне, о нашей группе. Возможно, нас соберется больше. Мы будем друг друга знать больше и видеть чаще. Ладно, всем спасибо, всем счастливо. До скорых встреч.